Доброе утро. Меня зовут Олег Полторецкий. Я шеф-повар ресторана гостиничного комплекса и также развлекательного «Бессарабия». Он находится в городе Измаиле. У нас вы можете попробовать те же самые блюда, которые я сегодня буду вам готовить. Так же самое можно их и приготовить в домашних условиях. Как вы видите, мы находимся на домашней обычной кухне. Чтобы вам было проще и понятнее понять каждый рецепт, который сейчас я вам буду показывать. Нам для просола из толстолоба понадобится сам толстолоб, который я изначально вам подготовил полностью, зачистил его от костей, зачистил его от всех полностью ненужных черных точечек. Внутренней части балыка тоже отсутствуют кости. Второе, нам понадобится обычная каменная твердая большая соль, лук репчатый, лавр, сахар и черный перец горошком. Самый главный ингредиент — это домашнее масло. Его нужно немного, но без него самого просола не получится. Наш заранее подготовленное филе толстолоба. Самое главное, чтобы его после разделки, зачистки, поставить всего лишь на час в очень холодную воду. Чтобы вышли все запахи неприятные, чтобы ушла пенка, которая в общем в рыбе пресной, водной, да, она появляется. Теперь мы его наполовину разрезаем, толстолоб. Берем в заранее заготовленную посуду, его ставим. Мы посыпаем солью. Обычной каменной. Переворачиваем с двух сторон так же само. Потом присыпаем слегка, чуть-чуть, много сахара ни в коем случае нельзя, потому что получится не толстолоб, а какой-то рыбный десерт. Вторую, так же само рыбку мы рядом ставим. И так же само мы ее просаливаем. Сахар желательно посыпать только на саму мякоть рыбы. Теперь мы берем репчатый лук, также само заранее заготовленный и начищенный, обычный домашний репчатый лук. Нарезаем лук мелкой соломкой, даже не мелкой, я возьму так средней соломкой. Посыпаем луком. Чем больше лука, тем будет более приятный вкус у рыбки. Еще три ингредиента. Черный перец горошком, чтобы рыбе придать более приятный пикантный вкус. Лавр, который также самое есть у каждого дома. С лавром главное не переборщить. На такое количество рыбы где-то 4-5 лепестков. И масло, домашнее масло. Много масла не нужно. Перемешиваем это все. Все, у нас получился просол. Теперь нам его нужно поставить на 5 часов в холодильник. Перед тем, как поставить в холодильник, нам обязательно ее нужно замотать пластиковой пищевой пленкой. Пищевой желательно. Чтобы она не обветрилась, чтобы она не набрала другого запаха с холодильника и не перепортила все остальные продукты. Наша рыба промариновалась наконец-то. У нее запах просто божественный, а вкус еще лучше. Поэтому мы берем сейчас одну филеечку, которая у нас была нами промаринованная. Самое главное перед нарезкой ее обычной салфеткой протереть для того, чтобы масло не потекло у вас полностью везде, на доску, на тарелку. Теперь мы берем тарелку и тоненьким слоем, как называют тоненьким слоем, это слайсами, нарезаем и раскладываем. Она нежная, она слегка стала тверже, потому что масло дало ей более плотность. Любой гость в вашем доме оценит эту прекрасную рыбку.
еще один последний кусочек. И, кстати, такая информация, что такой же самый просол можно сделать абсолютно из любой местной рыбки. То есть это можно взять даже сазан, можно щуку попробовать сделать, но щука должна быть большая. То есть большой должен быть у нее размер. А толстого, понятное дело, и сом. Сом так же самое можно сделать, но маринуется он в 4 раза дольше, потому что он более жирнее и более крупнее. Теперь мы задекорируем нашу холодную закуску. Для этого нам понадобятся помидоры черри, помидоры вяленые, мы сами их делаем также у нас в ресторане Бессарабия, маслины, оливки, каперсы, масло сливочное с этими же вялеными томатами, которые мы сами же делаем, и обычный лимон. Поэтому приступим. Берем лимон, нарезаем его дольками. Лимон можно нарезать как вам удобно. Долька это будет кружочком. Ну, мне нравится делать некоторые очень красивые вещи из лимона. Они смотрятся очень красиво на блюде и придают ему более яркий вид. Ставим один. И ставим второй. Теперь берем наши маслины. Пару слов о вяленых томатах, которые мы сами делаем. Из обычной помидоры мы ее присаливаем, мы ее приправляем разными приправками и ставим в дегидратор. Дегидратор – это такая машинка, которая подсушивает ингредиент. Потом мы это все заливаем оливковым маслом пряным и подаем вам на стол. Еще есть пару лепестков у нас именно укропа, потому что он тоже по-своему пряный, тоже передает свой определенный вкус рыбки. Я предпочитаю брать тимьян. Он дает легкий вкус отдаленной нежности, вот именно к мясу, свежести, нежности. Некоторые еще пользуются лавандой, сушеной именно цветками. Тоже рекомендую, тоже очень вкусно. Лавандовые сухие цветки можно приобрести, опять же, на рынке у нас в Измаиле. Наше сливочное масло, которое мы делаем с этими же вялеными томатами. Просто берется хорошее сливочное масло. Кстати, сливочное масло у нас домашнее, из настоящего цельного коровьего молока. Нам его привозят, уже готовое масло. Но мы добавляем вяленые томаты, добавляем соль морскую, и пряные специи. Пряные специи это такие как орегано, базилик. Все, больше ничего. Масло мы добавляем для того, чтобы гостям еще дать багет, тост, чиабату, лепешку, чтобы можно было это все покушать. И последний штрих – микрогрин, микрозелень. Здоровое питание. Здоровое питание, проросшие бобовые. Сегодня мы с вами приготовили закуску из толстолоба просола. То есть у нас он называется в нашем ресторане Бессарабия вяленый толстолоб. Меня зовут Олег Полторецкий, я шеф-повар развлекательно-гостиничного комплекса Бессарабия. До новых встреч. Приятного аппетита.